Приглашаются Антон Андреевич и Елена Анатольевна. ЗАГС, Главного управления ЗАГС Московской области на торжественном бракосочетании Антона и Елены. Сегодня у вас знаменательный день. Торжественное событие, которое останется в ваших сердцах и в вашей памяти на долгие-долгие годы. Вы пришли к нам зарегистрировать свой брак, заключить семейный союз. В эти минуты вы берете на себя ответственность за судьбу близкого вам человека, который станет для вас самым родным и самым любимым. Отныне вы пойдете по жизни вместе, рука об руку, любя и уважая друг друга. По вашему взаимному желанию нами была составлена запись акта о государственной регистрации заключения брака. Прежде чем вы поставите свои подписи в документе, я обязана спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак свободно, искренне и взаимно? Прошу ответить. Является, согласен. Прошу ответить. Согласна. Ваше взаимное согласие дает нам право ваш брак зарегистрировать. Прошу ответить.